Всем привет! Помаши Ксюше пяткой. Я возила Анютку, вернее, не возила, а увезла ее в школу на выступление. А Ксюшенька с Марьяшей были. Захожу в комнату, а здесь веселуха полным ходом, да? Убери ногу! Ой, так хотелось Аню поснимать, но не знаю, может быть, кто-нибудь из родителей или учителей, может быть, поснимает выступление. Ну, прям не знаю. Эй, бандитки! Это кто такие? Это, не знаю, совушка, наверное. У Нюта опять там чего-то залежи там, или котик, кто это там? Покажи маме, кто это, поверни. Дай посмотрю, что это там. О, котик. С лапками. Да? На. Пойдемте, давайте лечиться, девоньки. Нос не дышит. Пойдем посморкаемся. Переоденемся. Пойдемте. Ксения! Одни ноги, видать. У меня есть совсем немножечко времени. Решила приготовить. Вот у меня здесь, видите, куриное филе. Томатную пасту положила. Лук порезала. Положила еще замороженные овощи. Сейчас добавлю сюда немножечко соли и специй. Все перемешаю. Добавлю, может быть, немножко воды и муки тоже для стабилизации. Потому что надо будет уже скорее ехать за Анюткой. Поэтому времени на готовку, на что-то такое, прямо, знаете, долгое у меня нет. Пасты совсем чуть-чуть добавила. Вот, примерно вот так вот у меня получается. Такая мешанинка. Все поставлю сейчас в мультиварку. И надо будет уже доделать кое-что по дому здесь. Поставить, стираться. Не стираться, мыться посудомойку, посуду. Ну и так, дома подприбраться маленько. И уже пора будет ехать за Аней. У меня тоже с голосом немножко. Или еще добавить немножко пасты. Добавила еще немножечко пасты. Что-то мне показалось маловато. Теперь добавлю немножечко муки. Видно меня там хоть нет. Так. Ну, буквально, наверное, вот ложечку, что ли. Пока все сухое, перемешаю. Это чтобы вода не была водой, а было как соус. Мне писали, что неужели нельзя там на плите приготовить? Можно, но это, во-первых, отнимает много времени, а во-вторых, зачем, когда у меня есть такая супер-пупер мультиварка? Я говорю, 100 миллионов раз уже говорила и еще раз повторюсь. Вот эти мультиварки, которые вот продаются, да, это которые можно открыть в процессе готовки. У меня немножко не такая мультиварка. То есть, если я ее закрываю, и как бы вот писали по времени готовки, да, разное время готовки, допустим, в борщ или куда-то в суп варить, то есть мясо должно вариться дольше, овощи должны вариться меньше. У меня мультиварка варит под давлением. То есть из-за одинаковое время у меня сваривается курица, она вот просто, знаете, отстает от косточек. Свинина, говядина, она, знаете, вот как в тушенке, она просто вот тает во рту. Я не знаю, как это влияет на давление, но овощи, если находятся в этом же супе, в котором я варила, да, вместе с мясом, они не развариваются. Ну вот такое вот волшебство. Поэтому я не вижу смысла готовить на плите. Зачем, если это экономит и время, и получается ничем, даже иногда вкуснее, чем ты бы приготовил на плите. Так, еще половину ложечки муки и водички сейчас сюда добавлю, все ставлю. Вот буквально курицу я ставлю минут на 30, чтобы вот, наверное, прямо вообще она таяла во рту. И все, и она очень-очень-очень вкусная получается. Все, сейчас добавлю немножечко воды, чтобы это все разошлось. Перемешаю. Все. И на 30 минут в мультиварку.
На гарнир у меня спагетти отваривала, поэтому ничего варить не буду. И супчик еще есть. Не знаю, думаю, может мелко картошки отварить. Только для чего, пока не знаю. Вот картошку буду я отваривать просто на плите, наверное. Мне мелкую картошку чистить сырую не очень нравится, поэтому я ее лучше отварю. В любой момент можно ее почистить, кинуть на сковородку с маслицем, что-нибудь добавить туда, и будет какая-нибудь вкусняшка или с чем-нибудь. Обжарить просто ее, точно так же добавить солененьких огурчиков, и прекрасно можно поужинать. Все, вот так вот у меня получилось. Отправляю на 30 минут. Можно? Что девочки делают тут? А еще одну можно? Марьяша, что ты делаешь? Чё? Добидо играешь? Добидо. Я добидо играю. Понятно. Слушайте, это такой шустрик. Вот ее надо чем-то увлекать, да, Марьяша? Только отвернулись, она уже там у Ани перевернула эту коробку с карандашами. Только отошли, она уже там что-то вывернула. Ездила за Анюткой. Красавица такая, но расстроенная. Говорит, ой, что-то не фокусируется. Никакое место не заняли, как красиво вас заплели. Сказали бантики только, что какие. Костюм классный. Да? Ничего, ну ничего, знаю. Главное не это, не выигрыш, главное участие. В первоклассе главное такие тихие были, а мы прямо все громко говорили. Ну не расстраивайся, не расстраивайся, нос выше. Ну-ка, выше нос. Выше нос. Не расстраивайся. Все хорошо. Что страшного? Вот у меня что получилось. Аня, правда, уже все размесила у себя в тарелке. Ну, вот такая вот мешанина у нее. Что Мария собралась делать? Спать собралась. Спать собралась? Мама дала девочкам задание, чтобы делали уроки. А я буду укладывать Марьяшку и выложу для вас то, что наснимала с утра. Подарок. Да? Угу, подарок. Все, скажи, увидимся позже. Позже. Скажи, увидимся позже. Позже. Да не позже. Скажи, а увидимся позже. Позже. Скажи, увидимся. Скажи, увидимся. Увидимся позже. Позже. Уже я сейчас посплю, да? И потом увидимся попозже. Попозже. Мы будем на горке кататься. Нет, ты вон сипишься. На какой ты горке собралась кататься? Пока нет. Ой, ладно, все. Увидимся позже.